У тренировка в 9 часов они ушли, а ребята остались. Даров-даров. А ребята остались и вкачивались. Удиви, Артема, сколько у нас сегодня отжиманий будет от брусьев? 190. Еще лучше 200 нам отжиманий от брусьев. А разминку? А Матвей тоже 198? Нет, они вчера физически просто нагружались. А разминку делать обычную? Делайте пока обычную разминку и готовьте, сегодня будет. Но я Семенов предупредил, так по-хорошему, по-братски, что сегодня будет. А можно тоже перепрыгнуть? Сейчас перепрыгните, просто Семен пока он со мной болтал. Перепрыгните, сейчас мы маты сюда и постелим. Сергей Геннадьевич, давайте силовую, две силовые сделаем. Две силовые разминки? Ну, чтобы, да, чтобы нам время не тратить, мы, наверное... Я тоже так думаю. Так, сейчас пока аккуратно прыгните, я мат сюда принесу, мы постели маты. Ну, потому что сегодня выпрыгнем в основном уже Руси. Расстояние между тремя этими культурами. Сделайте для себя конкретный выбор. Сегодня будет день. Вы пока начните, знаете, как руки-ноги покрутите, шею покрутите, спину покрутите. Семен пришел, мы с ним разговаривали, мы считали вместе, сколько ребята раз вчера отжались. 198 раз. А тут можно? Покрутите руки руками, ногами, плечиками, раскрутите. Сейчас я постелю, подготовлю, все будем прыгать. Впервые поставлены дома. Может быть, прохладно, конечно, да. Видимо, потому что такая тихо. Да, помоги мне сейчас. Так, аккуратно, давайте вместе. Опа, чуть-чуть. Нет, пусть чуть-чуть сюда. Толкайте его. Сейчас пойду. Семен. Принесите одну, пожалуйста, еще матку сюда. Все, на пятку. Ну, это не за раз, вы не переживайте, это не за раз. Я шел два раза, раз пять. Нет, надо больше, надо за раз сделать. А, ну, пять раз надо сделать. Да, вот сюда, постелите. Я могу 10. Чтобы генерировать определенный символ. Сюда, меньше ногой. Еще раз. Еще оттуда несите еще. Простейшим символом восходящим. Раз 10, это хорошо, сегодня будем тренироваться. На через течение является кадром. А вот рисунок и палец, который показывает два потока по вертикали, два по горизонтали, один раз. А мне 8 лет, один год, 100 раз. Это вы крутые, вы не нужны, ребята, не извините. Все, прыгай, потому что понятно, ладно. Вы очень крутые. А также традиционное поле. Да, это тоже надо видеть, что ты вам сказал. А давайте как мы 300 раз отжимались. Выходить надо хотя бы снова за раз, 10 раз, чтобы отжаться. Мы будем соединять. Я за раз это не могу. Нет, ну на брусьях, Артем, хороший. Ты забыл, как на брусьях отжиматься. Мы сегодня будем на высоких. Мы сейчас постелим маты такой высоты, чтобы вы могли залезать, как Семен, только попроще было. Все, а зачем? Чтобы отжиматься. Вот, да-да-да-да-да, Семен. Да-да-да-да-да, молодец, да. Красавчик, молодец. Сколько? 5? Это раза в 3 сложнее, чем обычно. Да, ну просто помнишь, когда отжимаемся... А вы знали, как надо? Знаете, чтобы грудь подкачать надо? Как делать? Делать отжимания? Да, расскажи, давай. Короче, говорят, чуть-чуть наклоняться. Вперед, вот да. Надо таз подними, бедра немножко подними чуть-чуть. Понял? Как ты да. Как вы кушать делаете? Да, 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 да. Да? Это грудь качает? Смотри. Ну, вчера, кстати, мы с ребятами объясняли. Артем. Это грудь качает? Сейчас я тебе даже расскажу и покажу по мышце, и посмотришь. По мышце. Артем, сюда в сторону ходи, пожалуйста. Сейчас посмотрите внимательно. Вам надо обратить внимание на спину и на грудь. Вот смотрите. Сейчас я вам покажу первую нагрузку на спину. Чтобы нам нагрузить спину, нам надо чуть-чуть провалиться вперед. Видите, у меня лопатка не подходится. Продолжим. Я, чтобы не завариваться, я ножками держусь вот так. Вперед делаю. И вот так загружаю спину. Даже еще можно подольше. Вот так прогнуться надо. Изображение седьмой. Плечи. Чтобы загрузить грудь, я приподнимаю ноги. Вот это то, что мы говорим. Либо вот так. Каждая чакра соответствует определенной ноте. Так тяжелее, да. Либо вот так, смотри, Семен. Плечи, грудь. Когда вот так, плечи, спина, когда вот так. Очень красный, оранжевый. А знаете, для чего мы даем штаны? Как раз говорят, что надо синий.
Надо все, чтобы тренировались. Вам придется, как ты сейчас учишься, все. Артем, аккуратно. Тебе придется продолжить вот с этой стороны. Так, стоп. Руки поближе подойдем сюда. Перейди. Поднимай. Вот так. Не запускаешься. И да, и надо поднять. Понял, какая нагрузка. Мы можем упростить, если мы будем делать вот на вот этом. На тех стоечках. Простыми отжиманиями себя тоже можно сделать. Когда мы простое отжимание делаем, вот смотри. А сейчас, Артем, получится. Помните, я говорил парень, когда ребята так отжимаются, так прогиб. Как так отжимаются. Это как бы нормально, да, но не очень. Нам, чтобы укрепить плечи и грудак, смотри, что надо сделать. Вот так, прям вытянуться. И плечи, смотрите, я делаю. Я плечи толкаю вниз, а спинку чуть-чуть округляю. Делаю накатик вперед, вот так, хоп. И вот так делаю. Знаете, как очень хорошо закачать Это не просто обычное отжимание. Но лучше потому что она девочка, и то узким хватом, да, узким хватом. На самом деле отжимание все тренирует, все тело. Но все тело, полностью, живот, ноги. Но просто смотрите, какая же. Давайте сегодня тренировку на грудь сделаем. Сегодня тренировку. Вы офигеете, если мы просто будем тренировку на грудь. Вы обалдеете. Это будет очень тяжело. Семен, погоди, тормози. Артем, сейчас, погодите. Это очень трудно. Мне просто надо подкачать. Семыч, ну я не хочу тебя расстраивать, но в юном возрасте у вас тело еще только строится, только создается. И тебе прям сейчас очень быстро не получится жестко подкачаться. Но! Как и у вас есть пресс? Ну придите, возьми так, встаньте и придите. Все, у вас пресс. Все, вот смотри. И у тебя. Вот, видишь? Хорош, нет, тебе кажется, у Семена есть. Что ты придумываешь? Кубики, знаешь, что такое кубики эти? На самом деле, у нас мускулатура, смотрите. Почему они кружочки? Потому что они выглядят как квадрат. Парень, на самом деле, смотрите, представьте, это живот. Вот мы когда делаем наклон вперед, вот мы у нас скручиваемся, смотрите, вот пальцы. Вот сначала полностью, как же смотрите на пальцы. Как бы образуется квадратик, вот еще, видите? Вот это сухожилия, такие же на животе, они вот так находятся. Вы когда скручиваете, они стягиваются. Артем, отойди, сейчас я вам постелю. Что? Нет, живот это не рука, живот это живот. Просто у нас тело, организм очень с друг другом взаимодействует. Это как телефон или компьютер, или телевизор работает все сообща. Или как автомобиль. Сергей Геннадьевич, когда ты просто отжимаешься, качаешься. Все, тренируемся, братан, все. Ну, сейчас я вам жмат и стелю, чтобы могли залезать. Только, пожалуйста, не толкайтесь. Давайте я сама так разделю, чтобы вы могли отсюда лечь за фокус Семен, смотреть за этим Артем. Артем, пробуй на высоких. Да, Семенович, таз вверх поднимай, Артем, аккуратно, отойди, пожалуйста. Ой. Да, тяжело, тяжело, согласен. Правильно делаешь. Знаешь, какая штука? Я не могу даже сказать, что у нас есть верхняя часть груди, средняя часть груди и нижняя. Даже они отдельно тренируются. Верхняя часть груди. Знаешь, как тренируется? Когда мы отталкиваем что-то вверх, у нас стойка на руках. Мы так отталкиваем. Средняя часть груди, когда мы ровно делаем, середка. Нижняя часть груди, когда мы вниз отжимаем, вот так вот делаем. Прикол, сейчас Артем, Семен. Смотри, смотри. Артем, смотрите. Ключевые органы. Видишь, такие, как ниточка такая. Вот это вот разделение идет. Верхняя часть, средняя часть и нижняя часть. А вот когда мы что-то туда поднимаем, да? Когда мы вверх поднимаем, вверх, перед собой и вниз подтягиваем и отталкиваем. Верхнюю часть поднимаешь вверх. Ты даже по себе можешь. Парни, знаете, как проверить свою мускулатуру? Я вчера у Дениса садился. Парни, Артем, послушай меня, Семен, послушайте. Вы можете пальцем положить на мышцу свою, на любую, например, на бицепс, и сжимать его. Вы почувствуете бицепс. Можно положить рукой на трицепс и сжимать ее. Трицепс, бицепс – это вот эта передняя часть. Бицепс – две части. Смотрите, из двух частей он состоит. Вот из этой и из этой. Трицепс – это вот здесь. Это тройная, как на ноге, только три мышцы. Она вот так на отталкивание, на разгибание. Боковые мышцы. Вы пальцы положите на грудь. И вот, например, попробуйте напрячь. Вот так. Поднять, напрячь.
вот так, поднять, напрячь. Да. Вы можете взять руками свой бицепс, мышцу в руке, так, другой рукой, и напрячь, попытаться рукой его продавить. А можно как, смотрите, а можно как яблоко взять. Прям смотрите, берете вот так, хоп, и вы прям почувствуете какое напряжение сильное, как яблоко. Прям берите, попробуйте сжать. То есть у вас тоже такие же мускулатуры, как у всех других. Тихо-тихо-тихо-тихо. Парень, сейчас я за стеной готовлюсь. Артем Айблин сказал, ну давайте 10 раз отожмите, красавчик. Блины, оладушки, печеньки. Я когда могу сказать блин, могу... Блин, это слабое, но есть слово строгое. Ну есть жесткое, да, слово. Ну блин, это тоже. Я могу только, например, блин сказать, я могу как-то там договориться, сказать другое слово. Да, ну лучше не говорить, ну отожмите 10 раз, вы же молодцы. Я вообще никогда не говорю, я могу очень. Блин, слава, не надо. Есть, да. Есть, да. Да, есть жесткое, да. А есть... Но смысл, Артем, видишь, Семен на пальце туда отжимается. Но смысл такой, парень, это все-таки ругань. Или может быть это. Как бы она ни звучала, все-таки это ругать. Какой смысл мы вкладываем? Можно сказать на кого-то дурачок не в обиду, а ну как, по-доброму. А можно сказать, ну ты дурачок кому-нибудь, и тот обидится из-за этого. Семен, подожди. Вам надо сейчас еще взять два квадрата, еще два квадрата постелить под мышку. А что, сейчас будем начнем уже, да. Не только отжиматься, а будем ходить, там будем все вот так вот, там, бам-бам-бам. Сейчас будем. Возьмите два квадратика, постелите, пожалуйста, вот так. Ну, накачайте, завтра вы обалдеете. Артем, Семен, возьмите, пожалуйста, два квадратика и постелите. Когда же они сошли? Семен, Артем, сейчас. Артем. Вот давай, берите два квадратика, вот этих синих, постелите сюда. С горки возьмите два квадратика. Семен, помогай. Давайте, один сюда. Семен, один ты сюда неси, а ты можешь сюда. Давай. Так вот, те энергетические чакры формировали определенные физики. А вам не больно ударять? Больно, но я терплю, стараюсь терпеть. А покажите, Сергей Геннадьевич, да? Вы плакали когда-то? Конечно. Ну, когда он рос? Конечно. Я могу увидеть котенка, мне жалко становится, я могу заплакать. Я могу узнать, что какое-то горе произошло, могу заплакать. Вспомнить что-нибудь грустное, могу. Могу даже заплакать от радости, глядя на ваши успехи, как вы сильно всякое, ну, хорошее делаете, хорошо. Я могу от радости заплакать. В этом нет ничего постыдного. Знаешь, как стыдно Бог, когда человек вот так вот сдается. Ну, например, человек сдается, у меня ничего не получается, истерика начинается. Это плохо, по-мужски лучше сдержаться, слезть по делу, там, например, вытереться спокойно и дальше делать там. Я говорю, папа, я про... Прокака? Поэтому же программа... Прокака или какая прокака? Вообще странная. Великристалл, частота которого совпадает с частотой определенной чакры, запускает ее работу и усиливает ее. Как правило, цвет камня... Переладить одной, да. Определяется это простейшее вращающее... Одну на одну переладить. Впервые я встретил продававшего минералы, чтобы проходил поток. Именно на том, где впервые в своей жизни увидел торсионные поля. Энергетические воронки очень похожи на спорт. Да, конечно, ты как ты. Смотри, Артем, погоди, смотри. Либо ты шаг делаешь вот так, либо шаг, смотри, либо, а ты не спеши, а делай вот. Либо шаг ты вот ходишь, да. Как ты думаешь, что ты ловче? Вот так ходить? Как маленький человек, как, например, ребенок, полчаса или старичок, либо ты прям руками поп-поп-поп-поп. Как прикол. Раньше было, ребята, когда побольше внимания положили. Сказать, что так это, Да, тренироваться. А ребята были, мы тренировали, 8 кругов проходили, вот 10 полосы препятствий, 8 кругов. Вы попробуйте просто на руках пролезть всю дорожку, не вставая вообще на землю, попробуйте пройти. Это трудно, но возможно. Хотя бы один раз попробуйте пройти, да? Это трудно, но возможно.
веса в так называемых платоновых телах. Самые элементарные энергетические ячейки. Определенная частота спирали. А что это не геночка? Как начинать? Начинать вы можете отсюда с брусья. Перелезть, на руках пройти, да. Входит в основу кристаллической решетки одной из стен. Ножки переходишь сюда на лестницу. Да. Самым простейшим способом воздействия на чакры являются элементы и человеческий голос. Последний действует наиболее эффективно, так как в голос можно вкладывать конкретные намерения и образ. Техника активации чакры поджарит убийство. Можно стараться. Найдя самую нижнюю ноту, которую вы можете спеть, непосредственно повышая немного высоту. Артём, давай тоже. А Сёма, сколько весит? Ещё гласную букву и представляет цвет. Я тоже плачу. Давай, Сёмыча, догонять тебе надо же. Сёма от тебя оторвался, смотрю. Я тоже плачу. Он уже на змейке. Сёма, так умеет? Ты не отвлекай его. Он уже на змейке, Артём. Очень важно ощущать, что вибрирует именно в том месте. Давай, брат, догоняй его, догоняй. Техника очень действует. Застрял? Рекомендую попробовать всем. У меня после первого раза полностью поменялся окружающий. Артём, на ручках тебе надо отсюда, Артём. Артём, надо на ручках отсюда перелезть. Пошёл ты, Семёна, давай, догоняй его. Нет. Да. Надо подняться. Подняться. Догоняй, Семёна. Артём, просто ты повисаешь на руках, ноги накидываешь и все. Сначала начинай отсюда. Начинай отсюда, Артём. Да начинай накидывай отсюда. Просто ноги. Да у меня не получается. Получится. У меня даже вес. И что мне делать? Сейчас проходишь. Вот здесь. Помнишь, да? Опасно. Это же тоже рукопорт. Который эффективно воздействует на чашу. Проходишь вот здесь. Я помню, когда Никита еще ходил, я упал. Который красивый спрыгнул. Потрясающий. Давай. А почему? А Никита ходит? Да. Так, смогу увидеть. Я человек. Вне зависимости от возраста. Ну, это, который в очках сэр. Образования. Положим. Да. Смотри, посмотри, да? Да. 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 Мне не получилось. А не знаю, он редко расходит. Нифига себе, тихо, братан, это опасно. Перецепляйся, рукой держись. Ха-ха-ха, молодец. А как дальше? Вот, вот, на. Вот, да. Нет, 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 Сёма, сюда не надо, Сёма, братан, это опасная штука. Вот. Теперь здесь надо на них подтянуться. Блин, нифига, я знаю. Давай, наверх. Опять здесь тяжело. Да, теперь вот отсюда по лестнице иди по походу. Давай, на стол. Немножко прицепляйся за стол. 60 минут в час. Сейчас найдем, я тебе помогу, не гони. Перелезай вот здесь. 360 градусов в круге. И в основе современной академической музыки. Блин, смотри. Я посложу его тело. Да. Теперь руками зацепляешься ногами здесь. Да, на вот этот верхушка. Да, прям ногами цепляйся. За веревку держись, помогай себе. Прошел, теперь давай по змейке. Давай, за веревку держись, держись за веревку. Потяни за веревку, за веревку. Да. На тот турник. Давай. Левая рука. Русь православная. Молодец. Или нет, если упаду. Умом нас не понятно. И так далее. Жили по правде. Я все не смогу. И так далее, и тому подобное. Камень, микрофон и гусли. Попробуй пройти штука или как-то. Опять меня надо держать за стол, встать и зацепиться. Народов нет, могут это делать. Например, очень круто могут... Вот здесь пройти, если получается, спрыгнешь на мат. А на рукоходе? Вообще вся древняя музыка. А я послала. Аккуратно. А он шел, Семен по палкам по этим. Давай, аккуратно, перегрешься. Чтобы каждая его клеточка и орган включали как один. Сколько там нашло летает? Сергей Геннадьевич, ползи на стол, ползи на стол, ползи на стол, ногами обхватывай, ногами обхватывай. А я вообще просто, там все могу. С красота, да, там ребята же лажут. А лучше, если ты поехал. По палкам это очень трудное испытание. Просто повисеть на них, прикинь, Артем, просто повисеть на палках, как Семен перевесал. Пробуйте, да, поднять, сейчас температуру пойдем мерить. Но еще, Семен,
Артем, вы могли еще на стол перелезть, раскачаться на столу. Да. А вы знаете, как больше мышцы намножать? Семен Орлов? Смотрите, Сергей Геннадьевич. Молодец. Одну секунду опускайте. Есть такое. Помнишь, такие упражнения были? Нет? Зря. Медленные отжимания, медленные подтяги. Не помнишь, как мы делали? Когда мы отжимались только до половинки и отталкивались. Медленные подтяги не будете делать? Нет. Давай, посмотрим. Прыгать туда не надо. Прыгать не надо. Прыгать не надо. Ого. Да чего? Круто, да, делает? Молодец. Так, сейчас. По причине отключения амортизации. Я попробую даже без раскачки, это очень плохо. Без регулярного финансирования. А я перепрыгнусь. Вот маты, где есть, перепрыгивать можно. Где матов нет, перепрыгивать не можно. Сделать перепрыгивание перевода на карту. Или воспользоваться. Пробуйте прыгать, прыгать, скакать. Руками подпрыгивать, всякие штуки делать. Пробуйте, это очень важно. Сегодня пока у нас есть возможность. Здоров. Пока есть возможность, надо делать. Здрасте. Артем, а что там здоровость? Павел Владимирович. Здрасте. Без цензуры. Мордасти. Насладиться готовы. Делаем. А, о, ребятишки, Петр Владимирович, подойдите, пожалуйста. Он сейчас делает самую важную ответственную процедуру, которую я всегда туплю, мне не нравится делать. Записаться, температуру замерить. Артем, Семен, бегом. Сейчас, секунду. Да все хорошо? Так, 24-й. Сегодня разберемся, как его. Ну, 24-й. Зеркальная дата, да? Суханов, Семен, да? Что говоришь? Суханов, Семен. А? Сегодня 24-й, 07-й, 24-й, да? Да, хороший день, хорошие цифры. А почему? Сколько, Артем Александрович? Ну, просто прикол. 24, 07, 24. Так. Я попробую просто скачаться и сразу. 24, 07, 24. Все, вы готовы к классе препятствий проходить? Да. Все, так, мы сейчас будем дополнять. Анджумания. Амжимания. Сейчас мы дополним амжиманиями. Артем, Семен, начинаем. Вот. Семен, давай оттуда начинаем проходить с брусика. Артем, строго за Семеном, он будет предводитель пока сделать. Давай, Семыч. Я по легкому тут. Артем, понеслась, надо терпеть. И Геннадий, да. Я по легкому тут. Ну, как захочешь, только аккуратно. Нет, благодарю. Событие в каком-то городе, помню, было, где-то в Краснодаре, что ли, наверное, слышал уже, за музыку с этими, с бушменами, с этими, с курдами. А, ну что, да, там 40 человек, что ли, там, по городу их потом погнали все толпы. Ходили, да, там ребята, но там один из милиционеров к нам выпендривался, но прикол, я опять поражен над нашими собратьями из общин, из разных, особенно над этими иностранными людьми. Паренек какой-то говорит, да, там что-то перечисляет. Такая-то община, северный такой-то человек, на камеру он говорит, что как бы придут. Потом кто-то из ребят проходил, а другой тип, представитель вот этих вот общины из Краснодарского края, нет, говорит, не надо нас дискредитировать, мы там не были, вы там, если что увидели, это как бы не мы, представляешь? То есть он говорит, не надо нас дискредитировать своими этими шестью. Я слушаю вообще в ахуе. Не, ну видишь, шествие не санкционированный митинг, может, да, поэтому... Они друга, они вместе с полицией ездили, ну, там, типа, это... Да какая разница, даже проще, что же Таня так отмазала, что же он так это отмазал? Что тогда с Емелиным? Это странность была. Которая, я так не знаю, их вынес она. Я случайно на ступеньку больше набрал. Бывает. Давай, Семыч, молодец.
В общем, странно это все придумал. Я вот еще момент про характерный бит перескид. Давай. На стол, отдыхайтесь на стол. Там зависай. Да. Все. Все, блин, на полпути. Ладно, здесь отдохни. Надо будет все. Надо будет по канату сейчас. Как верно говорит Данил, обязательно мы. Надо будет по веревке залезть. Потока через день родничок является отсутствием. Давайте поподробнее. Как пряник. Момент с точки зрения волновой спирали. Общеизвестно, что работа мозга имеет определенную частоту от 1 до 4. Это волны спирали. От 4 до 8 Гц. Тета волны от 8 до 13 Гц. Альфа волны и от 13 до 40 Гц. Иди. Следовательно, мысли тоже являются. Да. Что, Артем? Ты можешь крутануть, но дальше тебе надо переходить на рукоход. Ты можешь крутануть что-нибудь? Я сделал. Перелезай туда, на тот турник. Просто, Артем, Семен чуть-чуть тебя подобогнал. Не почему не получится? Ну, что у нас это? Потерпи. Резко Михаила Врубина. Сошествие святого Семен аккуратно. Находящийся в переулке. Пробуй, Артем. А что ты по канату не залез затем? Братух на вообще по канату не очень. По канату надо было залезть, да. Да ты хорош, ты чё? Вот, вот, залезай по нему. Да. Это ну что же, заметь. Давай. Это и сверхсознание. Залезай прям по руками, ползи, да, по нему ползи. Возьми один канат, если не можешь. Надо. Во всех практиках рекомендуется не только... Да, надо ползти. Но зачем так же важно расслаблять каждую мышцу в теле? А для того, чтобы... Прям так, перебирайся, как я. Ладно, хорошо, тогда пойдем тренироваться. Я случайно вот этой частью ударил, у меня очень сильно. Больно? Это бывает. Так, ребятишки, сейчас задача. Залезаем на брусья, Артем, Семен. Начинаем первое. 5 подтягиваний на брусья, отжимания вернее. Артем, Семен, бегом на брусья. На узкие брусья. Семен, ты с одной стороны залезай, Артем, с другой стороны. Семен, Артем, залезайте. Артем, на брусья. Это параллельные две палки железные. Ну, не палка, трубы. Давай, Артем, залезай. Семен, поехали, 5 отжиманий. Очень хорошо подключение к инфополю показано на фресках и иконах, которые... Артем, не толкайся. Семен, молодец, сделал, спрыгивай. Я здесь еще. Здесь ты сделаешь? Давай, Артем, готовься, 5 отжиманий сделать. Такой же поток мы видим на постере фильма «Брод». Молодец, спрыгивай, Артем. Дальше, Семен, проходи полосу, ходи, где ты хочешь. Такую же, как... Пробуй варианты. Ну, потом, нет, потом будет 6 отжиманий. А, ты же 10 сделал. Ну, для тебя потом тогда будет сделать... Надо, Артем, запрыгивай. Сделаешь 11, хорошо. Артем, залезай, пожалуйста, на брусья. Ладно, хорошо. Бери те стойки черные, пойдем. Семен, ты пока здесь, Артем, если не получается, пойдем. Я могу 10, 5. Давай 10, 5, 5. Артем, иди сюда. А надо 200 сделать? Надо сделать 198. Ну, 200, на 2 раза больше, чем ребят вчера сделать. А хоть 100, да? Ты можешь сделать 20 раз по 10, Артем, пойдем. Задача, смотри. Я сейчас ставлю желток, ты садишься на него и отжимаешься из упора сида. Садись, ноги прямо, садись на желток, садись. Вот так нужно отжиматься, ноги не сгибать. Толкай руками, раз. Так нужно сделать 10 раз, потом 9 раз, потом 8 раз, лады? Все, поехали. Удобно? Я знаю, ну, во всяком случае, ты не упадешь ниже желтка. То есть, чтобы ты не боялся, что упадешь. Только старайся вот так не плюхаться, а старайся контролировать. Отжал. Я еще 10 сделал. Молодец. Семен, ты можешь пока силы есть добить до сотки. 10, пока силы есть, там до сотки добить. 10 раз по 10. Я могу все время по 5 делать. Ты можешь все время по 5. Ну, как ребята вчера, помнишь, нагрузку делали? Они сделали... А это сколько? 50 раз по 5? Петров, вчера, в общем, Димарик и Артем с Савицыным, Маркушев, что сделали? С 5 довели до 15 отжимания, отбросив с 15 вернулись до 10. Ну, молодцы. Да, 198 раз отжались. Конечно, не за раз. Не за раз, они в течение полчаса отжимались. Какая полчаса?
Ну, в течение получаса, да, были последние время, там полчаса, вот они отжимали. А 10 и дальше? Потом 9, да. 15 секунд отдыхай, потом 9 делай. Ну и пусть. Ему даже не учить. Ну, нет, Артем 15 секунд отдохнул, один раз потянулся, побежал опять на руку, ладно? И этот орган заболевает. Но не в любом случае 200 делать. Нет, ты, если не хочешь, ты можешь не делать, если не хочешь. Ты можешь стоп делать, будешь лучать пальцы. Современная медицина либо пытается приглушить музыканта посредством таблеток и препаратов, которые только усугубляют положение, либо увольняет его из оркестра путем удаления органа хирургически. Артем, ножки прямо, четко спину прямо, вытягиваешь. На самом деле, Семен, ему тоже трудно, Артему. Потому что здесь, видишь, здесь он ну, пытается соблюдать правильную технику выполнения. Я хочу не знаю, конечно, насколько это получается. Кто поддерживает нас финансово. Ваша поддержка нам очень нужна и важна. По причине отключения. Чек, Петр Владимирович, новости какие-то? Наш канал находится. Нет. Нет, все хорошо. Нет, все хорошо. Новостей нет, все хорошо. Мне кажется, теперь я буду по северу. Кстати, про укрепление груди ты можешь спросить вообще мышцы Петра Владимировича, сравнить вот наше с тобой рассуждение, сравнить у него, как укреплять. Спроси, Петр Владимирович, а есть ли у груди верхняя, средняя и нижняя части? Потому что, например, когда кто-то говорит, ну, качать грудь, а какую часть уходит? Я видел, Семен, вышки ребят видел. У них нижняя часть груди сисек накачана, а верхняя не накачана. Я даже такое видел. То есть она как груша такая. Применяй материал первым. Поэтому, а, или на картинку иди посмотри. Иди на картинку, изучите анатомию. Посмотрите, вот на шкафу дверку закрой. Или на шкафу, или где-то вот возле стола. Закрой дверку. На шкафу. Посмотри, вот мышцы. Артем, посмотрите, вот там нарисовано все. Смотрите, смотрите, мускулатура нарисована или нет? Я бы тебя желал. Где там сиськи, да вот там они. Где они? В этом ролике будет много чисел и вычислений, которые я постараюсь показать воочию. Поэтому не пугайтесь формулами исчисления. Я постарался передать максимально доходчивый. А, нет, погоди, это мясо? Нет. Или какой-то сладость? Сладость относительно. В ладу и гармонии. Составляет набор гармоничных аккордов, которые постоянно прививают Чего не понимаете? Сейчас мы идем. Сейчас. Может быть, там есть уголочек надрезанный, надрезанный. И что вы это? Ты будешь как реализовывать? Ну, или пока пробовать? Думаю, пока пробую, как-то все просто. Ребятишки, пойдем попробуем, Петр Владимирович нам штуку угостил такую. Ловить не будем. Там, а, что вы не понимаете? Петрух, откроешь? Сейчас, пойдем, что вы не понимаете? Это пастила. Яблоко смородина. Что не понимаете? Идите сюда. Артем, идите сюда. Что не понимаете? Такие мускулы у него. Это как будто без кожи. Это как будто без кожи, как нет кожи. Вот смотрите, здесь спереди просто не подписано. Здесь нету таких разделений. Вот как спина выглядит. Вот это белое, это больше сухожилие. То есть высохшая мышца. Видите, как она подходит? Она крепится. Вот такая у всех такое, 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 у всех 100%. Вчера ребят спрашивают, а что такое ягодицы? Ягодицы — это задница. Левая и передняя ягодицы. Они говорят, ну и почему похожи на... Нет, бедра — это вот само вот этот вот, само аппарат бедренный. Они все разные, вот эти 4, 5, 6 штук. Че? Готовы? Попробуем? Пастилу. Нет, ловить не надо. Ловить мы сейчас уроним, и все. Она... Давай ребятишкам первым угощай. Пойдем, Артем. Знаешь, как можно в секунду? Давай одну на двоих, чтобы много не было. Один вкус такой на двоих, один вкус такой. А их даже можно не это. Можно не резать. Она ее раскрутить и... Ломается? Давай красиво разрежем, чтобы... Семен, вот так вот. Петру Владимировичу ножик отнеси. Вот так аккуратно. Неси. Да.
ножиком сейчас замочить. Она, ты смотри, что она раскручивается. Конечно, не нужен ножик. Давай, все, давай. Тихо. Одному? Угощайся. Поблагодарите. Спасибо. Сейчас вкус расскажешь. Зачем вкусом? Попробуйте угадать, какой вкус. Ты в духовке делал? Или в какой? Сушилки. Постельная. Сушилки. Сушилки. Какой вкус? Понятно. Непонятно? Ну-ка давайте, пробуйте. По органолептику оцени. Понюхай.